Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть с вами в Stardew Valley. Итак, собственно, поехали. Так, да, ой, вау, как это я сделал? Вау, вот так все просто. Давайте тогда переместим это все дело. Вау, и это тоже может. Так, это пока на пол, давайте это сюда. Как я неожиданно для себя открыл новую возможность. А что, камин нельзя, да? Камин можем зажечь, потушить и все. Ну, давайте так. Так все-таки миленько получается. Так, ладно, что-то мы зациклились. Время же ведь идет. Так, дождь полил нашу всю рассаду. Назовем сие чудо так. На чем мы с вами остановились? Давайте посмотрим по квестикам. По квестикам у нас посетить гильдию путешественников. 40-й уровень шахт. Построить курятник. Ну и поговорить со всеми жителями. Это, конечно, замечательно. Так, раз это все дело у нас полито, денег у нас кот наплакал. Давайте мы сейчас в ящичек закинем, что нам не надо. Давайте это сюда. Тут у нас толком ничего нет, хорошо. Я почитал ваши комментарии, конечно же. Некоторые были полезны, некоторые не очень, некоторые абсолютно бесполезны. Вот, один из полезных комментариев касался того, что не стоит продавать абсолютно все вещи, которые я вылавливаю и нахожу. Желательно, мол, пару единиц оставлять, чтобы потом их, собственно, использовать в тех же бандлах, квестах и всяких мелочах. Я все-таки на этом проакцентирую внимание. Ну и, собственно, не буду так тупить в следующий раз. Так, календарик. Сегодня у некого Винсента день рождения. Винсент, это, конечно, хорошо. Винсент, это чуть ли не замечательно. Винсент. Только не помню. А, это, по-моему, малый. Малый, по-моему, малый. Совсем такой парнишка. Винсент. Так, это у нас канализация, по-моему, да? Закрыта. Ну, естественно, глупо бы было, если бы канализация была открыта. Так, сейчас мы проверим, что у нас на пляжике. Уже по традиции, можно сказать. На пляжике у нас... В этой стороне ничего, тут устрица. Собирайся. Тут ничегошеньки. А это что такое? Мне кажется, что-то там есть. Сейчас мы сюда еще вернемся, наверное. Так, Или у нас уже было такое? А, это ежик. Был у нас ежик морской. Так, тут больше ничегошеньки нету. Хорошо. Сейчас мы сбегаем в магазин, заберем некие семена. Сейчас у нас только 10-й день. Да. Накупим огромную кучу семян. Возьмем, собственно, сейчас тяпку. Придем сюда, потому что там одно интересное местечко есть. Так, где магазинчик у нас? Магазинчик должен быть сверху слева. Если я не ошибаюсь. Так, мусорник, пусто. Мусорник, пусто. Так, магазинчик. Ёп, пресета, сегодня среда. Ладно, прости, прощай, магазинчик. Тогда мы направимся сейчас быстренько за тяпкой. Это дело я вот ломаюсь. Продавать, оставлять, продавать. Продавать, оставлять. Считаю деликатесом. Ладно, пока что пусть будет. Пока пусть все лежит в одной куче. Так, этот меч нам, кстати, не нужен. Нам нужна тяпка. И пока что, наверное, все. Сейчас мы тяпкой ковырнем пару мест интересных. И, наверное, половим рыбу. Наверное, да. Раз мы не сможем сейчас купить семена. Или отправимся в шахту. Это не, рыба ближе. Наверное, все-таки позанимаемся рыбой. Так, салунчик. Салунчик по-любому еще закрыт. Еще даже... 11 часов нет. Так, топ-топ. Давай. Так, это место осталось там? Да, осталось. Вот что это дрыгается такое? Камень. Дрыгался камень. Серьезно. Хорошо. Не будем акцентировать внимание. Но дрыгался камень и дрыгался. Бывает. С каждым. Каждый день, блин. Это я выкопать не могу, да? Интересно. Так, ну берем тогда удочку. И делаем закидончик. Такой, на 3 единички. Не особо большой такой, но и не маленький.
Мне показалось. Окей. Ловись, большая рыбина. Давай, я в тебя верю. Есть. Что здесь у нас? Так. Тихо. Ты так активно не поднимайся. И это сардинка. Маленькая сардиночка. Ой, на максимум закинул. Ничего себе, я психанул. Вот этот звук какой-то лишний. Такой пи-бип. Он меня сбивает и надо. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Туда-сюда дрыгается, как юла, блин. Это анчосик. Че это я только что сделал? Давайте такой мизерный закидончик. К чему он приведет? Ну. Вот этот звук слышали? Вот он капельку сбивает. Кажется, как будто клюет. Есть под берегом? Ага, под берег, если мы будем закидывать, мы будем ловить, собственно, водоросль. Ну, в принципе, неплохо. Ага, теперь рыбка. Блин, выскользнул таки. Стоямба. И сардинка, понятно. Бададу. Куда я закинул? Как я это сделал вообще? Ладно. Может, это к лучшему. Хотя я сомневаюсь. Он интересно, клюнет, не клюнет? Ну же, ну же. Есть. Тихо, 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 тихо. Так, прекрати, 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 прекрати. Ты какая резкая, ну. Туда-сюда, туда-сюда, ну. Что ты будешь делать? Пам-пам. И как она долго к нам летела. Это херинг. Херинг, херинг, херинг. Замечательно. Так, хорошо, направимся пока туда в шахту. Чем мы будем зря время свое тратить. Жаль, что, правда, тут толком ничего не появилось особо интересного. Ну, ладненько. Так, правда, это нужно куда-то занести. Давайте, наверное... Нет, стоп, мы же должны экономить ресурс. Я же вообще про него забыл. Сейчас мы это все дело отнесем тогда. Так, давайте пока это закинем, наверное, в ящичек. Так, рыбеха. Это камень сюда. Да. Ну и в принципе, можем выложить удочку. И вот эту хрень. Это мы заберем на всяк пожарный. И можем направиться в, собственно, наши пещерки. Так, ну что, куда мы там добрались, собственно? 10-й этаж. Погнали. Так, дубинка есть, все есть. ХП показатель есть. Так, медь, это, конечно, замечательно. Я вот что вспомнил. Какой ты грозный. Нас же ждет фестиваль яиц, как я, если не ошибаюсь. Вот, и на нем нам нужно обязательно приобрести клубничные семена. Потому что клубника очень-очень выгодная, скажем, в ее... Ой, что я сделал? Это я зря. Выгодная в том плане, чтобы ее растить. Давайте, кстати, проверим этот удар. Он не особо больше наносит дэмэджа. Вот, в плане того, чтобы ее растить, она очень классная, так как она дорогая. И растет там, по-моему, то ли 7 дней, и потом каждые 4 дня дает клубничку, то ли... Я не помню, я читал про нее, в общем, но забыл. Но суть в том, что она выгодная. Даже если ее покупать на 13-й день выходит, все равно она выйдет выгодной. Так, так, тут я затупил, да? Под травой может быть проход, интересно? Скорее всего, нет. Поэтому будем долбить камни. Минус. Минус. Так, проход нашли. И хрень нашли летающую. Спасибо за мяско. Тихо. Уйди, не мешай мне жить. Ой-ой-ой, замедлил, сволочь. Так, блин, у нас день так быстро проходит. Так, давайте почелапаем, поищем руду какую-нибудь. На вхарю, спасибо. Так, тут есть сейчас? Тут ничего нет. На вхарю. Отлично. Сразу на следующий уровень. Есть руда. Ай, да хрен с под землю вылезла. На вхарю.
Так, всем надо лопахари. Так, ни черта не видно. Боже, сколько их здесь. Обидно, что с них ничего не падает. Вот с этих точно падает мясо. Вот, эти полезные, ребята. Ой-ой-ой, что-то нас нехило покосили, кстати. Так, где наш факел? В смысле он не освещает, когда он в руках? Он же освещал. Нафиг иди, нафиг иди. Обидненько, теперь он не освещает. Так, иди сюда, на. Так, но руды я не вижу. Руды я не вижу. Тогда пытаемся найти выход. Другого варианта у нас нет. Так, мухи. Нахрен. Нормально, я их киркой тут уже разношу. Интересно, что будет, если у нас хп закончится? Будет гейм-овер, что ли? Это вроде не такого типа игра. Так, уголь есть. Отлично. Ну почему? Я сдержу факел в руках. Почему не видно черта? Так нечестно. Заставляю тратить энергию на то, чтобы ставить факел, на то, чтобы его забирать. Несправедливо. О, проход. Отлично. У, светло. Замечательно. Спасибо за мяско. Спасибо за мяско. Почти. Почти нанес бы мне урон, сволочь мелкая. Ай-яй-яй-яй. Так. Нахрен иди. Нахрен. Так, тут ничего, ничего. Так, малой, на, вхарю, вхарю. Так, проходы это, конечно, замечательно, но я еще не все проверю. О, вот это хорошо. Вот это действительно хорошо. Приличнейший просто запас руды. За один уровень, мне кажется, довольно много. Да покосай ты его, ну. Хорошо, и ты умри. Раз, два, три. Так, не забываем, день проходит. Так, слизи, не иди нафиг. Так, тут что? Ууу, хардвуд, отлично. По-моему, это довольно редкий ресурс, он так в малых количествах нам выпадает. Так, 9 часов вечера уже. Давайте быстренько на следующий, мы тут... Ага, это 15-й, отлично, засейвились. Почему бы нет? На вхарю. Тут ничего нет. Тут у нас чего? Так, что я пройти не могу? Окей. Тут ничего, а сверху? И сверху тоже ничего. Все, поднимаемся тогда, чтобы успеть добежать до ночи. Давай, топ-топ-топ-топ-топ-топ. Молодец. Так, поехали. Ой-ой-ой, тут уже прям заливает. Интересно, следующий день будет дождик? Чтоб я не поливал все, что там понасаживал. Я забыл, кстати, сейчас, наверное, через центр побежим. Надо посмотреть, когда же все-таки этот фестиваль. 13 или 12? Может, вообще 11? Так, давай, топ-топ-топ-топ-топ. Ни черта не видно вообще. Так, это возле комьюнити-центра мы сейчас, правильно я думаю? Да, поэтому нам тупо вниз спуститься. Ну, я надеюсь, мы до ночи успеем. Это может быть неприятность небольшая. Так, быстро. Календарик. Так, Винсента пропустит 13 числа. Хорошо. Главное об этом не забыть. Главное об этом не забыть. Давай, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. У нас там, по-моему, до 2 часов будет время. Да, уже поздно, пора в люлю. Я все прелестно понимаю. Давай, брык. Хорош. Брык в люлю, отлично. Вроде бы мы выспимся. Да, мы выспали, все замечательно, 6 утра. Так, дождя, по-моему, нет. Так, что у нас завтра? Тучки, понятно. Че по духам? Немного обеспокоены. Ну и ладно. Так, что у нас за месседж? Я померил свой любимый топ. Потеряла, боже, я все померил. Так, если вы нашли его, пожалуйста, верните его как можно скорее. Мне без него очень тяжело. Робин даст 250 голды.
Если бы я хоть приблизительно мог прикинуть, где ты его потеряла, ну, логично было подумать, что где-то в лесу. Робин потеряла свой любимый топор. В последний раз она пользовалась им, когда была к югу от Ранчо Марни. Ранчо Марни, юг. Ага, то есть где-то в этом лесу нам нужно искать. Я понял, я понял. Ой, картофанчик вырос, да? Это у нас разные семена пытаются прорасти. Картофанчик, это замечательно. Картофанчик. Ну и, собственно, по новому правилу, которое мы ввели для себя самих любимых. Золотой серебряный картофан мы точно продаем. Вот, три картошинки мы оставим. Вдруг пригодится на какие-то квесты или еще что. Так, это мы продаем. Так, урок вынесли. Так, это дело мы сюда, сюда, сюда. Так, копер, давайте, наверное, копер наш... А, я хотел сделать еще печечку, печечку, печечку. Камешка. Камешка есть, хорошо. Раз. Два-с. Вот, давайте сделаем три печечки пока. Так. Шпунь, шпунь, шпунь. Печки заряжены, поехали. Так, тут у нас счет. А, я же хотел купить... Нет, семена мы пока не покупаем. Пока что мы не покупаем семена, пока что они нам, скажем так, не нужны. Сразу идем туда в... А, боженьки, это все. Всю эту обычную хрень полить надо ж. Так, где наша поливалка? Поливалка. Так, слитки сюда. Вот это все дело надо полить. Что-то из этого вырастет, что-то не дорастет. Ну, а что поделать? Хотя, в принципе, все дорастет. У нас же еще 29 дней, по-моему. До конца сезона, собственно. Поэтому я надеюсь, что все вырастет. И мы все применим. Так, поливалка, 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 поливалка. Так, становимся сюда, поливаем, 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 поливаем. Ого, нам еще и воды хватит, походу, на все это дело. Замечательно. Просто замечательно. Так, поливалка, прости, прощай. И да, валим, 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 валим. Давайте только... Давайте один факелок. Нет, вот так. Один факелок возьмем. И сразу валим в наши уже любимые шахты. Так, идя к шахтам, я вспомнил, что шахты мне пока не нужны. Нам надо сбегать на берег, посмотреть, что там у нас. Ракушки, не ракушки. Что там есть. Я что-то про это позабыл. Поэтому сейчас придется кружок мотнуть нехилый. Но ничего страшного. Так. Сейчас глянем, кстати, что там по семенам. По семенам, кстати, по-моему, самое выгодное выращивать это картофанчик, потому что он может спекнуть, есть такое слово, вот, спекнуть, и, собственно, выпадет не одна картошечка, а несколько. Что, собственно, неплохо. Так, смотрим. Берег, бережочек. Так, одна есть цаска. Там ничего. Не густо. Тут что у нас? Ёж. Где-то в рецептах используется этот ёж. Ладно, пусть лежат в инвентаре, они нам вроде бы как мешать не будут. Вот как где-то там на второй полосе пусть валяется. Все, погнали теперь в шахту. Так, добрались. Слава богу, я там еще по дороге луковичку нашел. Так что если что, у нас есть нехилый запас энергии. Так, давайте, быстренько, быстренько, быстренько. Так, ты делись мясом, спасибо. Так, это что такое? Тоже мясо, отлично. Чьи-то личинки. Еще мне ничего не хватало, блин, личинок тут каких-то. Так, это неинтересно. Давай, вниз, 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 вниз. Че, серьезно, вообще никакой руды? Ну, зато слайм, ну куда без него? Ладно, долбим камни в поисках выхода. Ой, как хорошо, сэкономили времечко. Так, летающая хрень, иди сюда. Ой, как хорошо, сразу вход есть. У-у-у, руда. У. Так, это собираем. Я понял, нас эти личинки сами по себе не трогают. Не агрессивничают. Это хорошо, конечно. Но нам им надо дать люлей, потому что мы... В смысле, он меня ударил? А ты сволочь такая. Так, что, она посинела? Понятно. Она типа мутирует сейчас. Ох ты ж, блин, она мутирует в эту муху противную. Так, я понял. С ними игры плохи. Навхарю, навхарю. Так, на, по-быстренькому, быстренько, быстренько, быстренько.
Уже полдня, блин, прошло, а мы только добрались до шахты. Так, у нас два выхода есть, вообще охрененно. Так, уже кто-то летел. Иди ко мне, хороший. На, вхарю, давай еще разок. Хорош. Давай третий, победный. Молодец. Боже, сколько мяса за один поход. Так, сейчас этим надо раздать. Раз, два. Раз, хорошо. Ай, промазал. Нехорошо. Ты перестань ты крутиться. Ну же. Не. Так, вот еще личинки. На. На. Отлично, обезопасили себя. Фух, так, прыгаем дальше. Ой-ой-ой-ой. Что происходит вообще? Как-то сильно насыщенно. Как я четенько пришел сразу к Руди. Понятно. Так, что внизу? Дай пройти. Понятно. Так, ящичек. Что это у нас вообще такое? Кварц? Да, кварц. Хорошо. На. Что, с одной тычки? Ага, сейчас, с одной тычки. Сейчас бы муха уже на меня летела. Так, давай, 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 давай. Мы минимум до 20-го должны дойти, чтобы лифтик у нас, собственно, стопорнулся. Так, давай, топ-топ-топ-топ-топ-топ. Опа, что-то новенькое. Аметист, интересно. Аметист, это интересненько. Так, какой-то подземный камень. Или земляной, скорее, камень. Так, тут еще у нас медь. Хорошо. Так, уйди. Ясно, там где-то дальше летает. Нет. Не намного дальше, чем я думал. Спасибо. Так, погнали сюда, проверим. Слаймик, здоров. На, вхарю, на еще разок. Так, проход есть. Нафиг. Ого, кританули на 35. Not bad. Так, еще аметистик. У нас вообще место есть? Да, есть, все хорошо. Все под контролем, ядрить, колотить. Вот сколько у нас? 20 мяса. Хорошо, хорошо. Спасибо. Спасибо. Так, опа, кварцик, кварцик. Иди ко мне. Замечательно. Так. Так, это уголь, да? Уху, куча угля. Так, главное, чтобы они не успели мутировать. Все. А, где там выход был? Где-то я видел, по-моему, выход. Да, есть, есть, есть. Хорошо. 19 уровень. На фарю, на фарю, на фарю. Сразу выход, и муха летит сразу. На, на. Да. Спасибо за мяско. Спасибо за мяско. Ой, тут какая-то спиральная хрень. Хм. Может, там какой-то гиперлут нас ждет. Ой, темно, темно нехорошо. Когда темно, совсем нехорошо. Так. На, вхарю. Покоцало таки, вот же сволочь, а. Так, еще кварцах ободнули. 4 кварца уже. Так, у нас, если что, морковка есть, надо об этом не забывать. Ай, проход, проход заблокировал, блин. Нет, два прохода. Умри, умри. Ну. Я понял. Хорошо, хорошо. Пофиг на эти проходы пока что, во всяком случае. Так, инвентарь есть, место есть. Ай-яй-яй, как ты? Пытался и мимо, да? Как это его через камень ударил? Прикольно. Я прям вообще читерок, багерок. Так, это нафиг, это нафиг. Лети ко мне, мой птиц. Молодец. Так, через верх не вышло. Да, по спирали мы сейчас дойдем, уже 6 вечера, блин. Давай, 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 давай. Забираем. Долбим. Долбим. Хорош. Опять что-то летит. Нафиг иди. Промазал, вообще отлично. Давай, 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 топ-топ-топ. Так, ой-ой-ой, тут целый склад ящиков. Хо-хо-хо, сейчас мы подхоботим. Так, уголь, дерево, камень, камень, геод. Камень, геод. Дерево, геод, дерево, дерево, аметист. Ничего такого сверхинтересного мы не нашли, конечно же. Так, и сейчас мы пока по этому сраному кругу обойдем, уже надо будет возвращаться.
Не, ну на 20 мы точно должны сейчас спуститься, чтобы лифтик нам отметило. Давай, давай, топ-топ-топ. Давай, давай, я в тебя верю. Да топы уже. Камня 33, кстати. Самое удивительное, камни и, блин, мясо этого жучего мы почти одинаковое количество нашли. Интересно. Так, лифтик, дзинь-дзинь. И что у нас? Меч! Стальной маленький меч. Короткий меч, скорее всего, имеется в виду. 4-8, зато большая скорость. Давайте потестим. Да, скорости, правда, приличные. Скорости, правда, приличные. Тут один удар зато. И такой смачный, прям, дай боженьки. Ладно, пока походим с булавой. Грибочек. Вот это уже интересненько. Так, здоров. Здоров. Так, один сейчас превратится. Нахрен, нахрен, нахрен. Лети ко мне, мой хороший. Давай. Понятно, промазал. Бывает. На. Ну, еще разок. На. И победный. Хорошо. Как нам повезло. Вырыли руду и там сразу проход. Давайте уже нароем по максимуму. Так, 9 часов. Не, ну 9 часов это мы уже должны валить вообще-то. Вообще-то мы уже должны валить. Так, иди сюда. Летающая хрень. Что ты будешь делать, ну? Так, это нафиг. Нафиг. Коробку нафиг. Муха нафиг. Всех подальше. Так, еще немножко. Медячков. Сколько уже? 30 единиц. Это 6 литков. Ну, хоть так. Хоть так. Так, там что, бочка? Фиг с той бочкой. Сколько у нас морковок? 4 штуки. В принципе, пусть будет. Пусть будет. Так, подъем. Нафиг. Валим тогда дом, милый дом. Так, дотопали. Дотопали, дотопали. Давайте сразу загрузим, наверное, медь нашу. Так, тут все, что можно сожрать. Грибочек, кстати, новый у нас. Он еще с этим, серебряный выпал. Так, это у нас, если что, пригодится. Так, серебряную давайте тогда продадим. Грибочек оставим. Что у нас еще есть такое? Цветы у нас на подарок. Вот меч мне интересно. Его, наверное, можно продать. Есть у меня такое предчувствие. Так, и обычные ресурсы все сюда. Так, мясо 61, охренеть, боже. Куда мы его будем пихать? А, нет, морковку туда. Туда в ящичек морковку. Пусть будет. Так, закидываем быстренько сюда. Нет, нельзя. Нельзя, собственно. Ладно, да, придется просто выкинуть, наверное, меч. Steel Small 4-8. Нет, 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 нет. Пусть он идет тоже нафиг. А мы пока быренько в люлю. Давай, брысь. Майнинг улучшился. Стейркейс мы получили. Ступеньки, что? Комбат улучшился. Эликсир жизни, отлично. Ой-ой-ой, как картофанчик хорошо пошел. 14 картофана, 1120. И один 100, другой 120. Блин, круто. Один еж серебряный, 200. Супер, супер, как говорится. Кукареку, мать твою. Так, 2500 у нас. Уже чувствуется. Так, кто к нам пришел? Это Мэри? Или Мерни? Или как ее точно зовут? Мерни, да. Здоров. Вы позаботитесь об этой кошке? Конечно же, я обожаю кошек. Вы что? Нашла возле входа на нашу ферму. Я думаю, вы сможете позаботиться о ней. Конечно. Мяучик, здоров. Я думаю, что ей понравится это. Конечно. Да, я соглашаюсь. И буду звать ее, как и мою кошку, Колбаска. Все, кошак Колбаска есть. Мяу, блядам-блядам. И облизывается сразу. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас там. Письма какие. Так, завтра мы проведем яичный фестиваль на городской площади. Начало где-то в 9 утра. По 2 часа, если хочешь принять участие. Так, вы ведь не хотите пропустить ежегодную охоту за на яйца? Что, боженьки?
Так, это нам написал губернатор. Да, это у нас будет 13 число, все верно. Все он верно говорит. Так, это сюда. Давайте берем... Вот так вот сделаем и... Сюда выкидываем. Так, это все дело нам надо полить. Ой, что я только что сделал? Так, это все дело надо полить. Давайте... Последнее выцедим, так сказать. Чтоб не пропадало. Все. Выцедили. Так, теперь становимся в позу 3 на 3. И разливаем полностью. Оп, оп, оп. Становимся опять. Ну, тут выйдет 3 на 2. Но, тем не менее. Так, тут становимся. И последние 2 заливаем. Все, хорошо, с этим разобрались. Так, забираем руду, брык, и последнюю закидываем туда. Так, поливалка... А, нет, подождите, поливалка нам еще понадобится. Сейчас покажу, для чего. Котик, ты тут? Вот это, в общем, должна быть поилка котика. Котик где-то пока шляется. Хорошо, с этим мы разобрались. Ну что ж, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео понравилось, не забывайте подписаться на канал. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Удачи!